Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты не боишься роботов. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Я тоже не боюсь роботов. Ключевые слова. Пока не боюсь. Сегодня мы с тобой продолжим играть в игру, где мы будем развивать своего эпического робота, который в будущем превратится в ТВ-мена Титана. Игра называется Mechangelion Robot Fighting. Это уже у нас второй ролик по этой игре, и у нас реально довольно эпичный робот. Изначально у него был простенький такой вот скин, а сейчас уже наш робот крутой заряженный. У него есть такая вот прикольная улыбка, видишь, он вообще весельчак. Мы можем здесь покупать маски. Но самое главное, дружище, что у нас есть крутой скин. Вот он, Спикермен Титан. А также в будущем сегодня у нас будет ТВ-мен Титан и, возможно, еще какого-то робота мы тут откроем. А вот прикольный с крыльями, смотри, ангельскими. Но для начала пошли повоюем на планете, где мы должны уничтожать других монстров огромных, собирать здесь звездочки, а потом уже за эти звездочки открывать новые планеты и дальше сражаться. Мы, конечно же, будем прокачивать нашего робота, чтобы он становился сильнее и страшнее, да еще и эпичней. Нажимаем на это многоглазое чудовище, нажимаем Fight и пошли. У нашего робота с левой стороны есть ракета, а с правой стороны, конечно же, у него топорик. Так, стреляем ракетой. На тебе в глаз! Ха-ха, он по мне лазерами стреляет. Я включаю защиту. Снова топориком бью. На, у тебя плохой глаз. Я промазал, как это вообще может быть? Давай, стреляй. Сделал я блок, давай, топориком в глаз. У этого монстра осталось мало хп, и я сейчас его завалю. Нажимаю, он пытается увернуться от моей ракеты. Мы завалили тебя, монстра! Он хотел захватить планету Земля, а также сожрать всех моих подписчиков. Но мы, бро, с тобой спасли Землю. Мы заработали много звездочек. Давай посмотрим, что мы можем получить здесь за миссии. Пока что ничего. Идем дальше. Что тут еще мигает? Тут мы можем забрать. Так, нажимаем. Забираем золотишко, а также улучшение для нашего робота. Вот видишь, робот прикольно так стреляет по этому чудовищу-монстру. На, на, ты чего появляешься? Прикольно. Где донат, я вижу, появились какие-то плюшки. Давай посмотрим здесь ролик, а также заберем нашу награду. Отлично, у нас есть кристаллы для того, чтобы открывать новые ящики. Нажимаем PvP и идем дальше сражаться, потому что нам надо звездочки насобирать. Жмем, сейчас мы накажем этого противника. Мы уже вроде бы с ним встречались в прошлом ролике. Так, делаем блок. Он ударяет, ничего себе. Чуть не разрушил всю мою броню. На тебе ракетами. На, еще бью по голове. У него рок отлетел. Ха-ха, ну басик. Он хочет по мне ударить, замахивается, я уворачиваюсь. Давай, замахивайся тебе топориком. На, второй рок отбил. Ха-ха-ха. Ну ты днище. Делай замах, он все равно попал. Ладно, чувак, лови ракету. Подожди, он бьется! Ракетой быстро в голову! Завалили его! Он приуныл немного. Ха-ха! Да, наш эпический Спикермен Титан побеждает всех! Забираем свою награду, у нас уже есть 5000 золота и, конечно же, самое главное, это звездочки. Мы с тобой можем открыть новую планету. Есть такая вот бежевая. Давай посмотрим, тут мы уже победили практически всех. И вот это. А, здесь надо 2000. Я понял, только бежевая нам доступна. А что это, смотри, за штука внизу крутится? Лазер страйк. Давай нажмем на него. И что, мы лазером можем его убить? Я лазером выстрелил и уничтожил щит этого дракона. У нас есть еще 2 лазера. Ладно, пошли мы сейчас так его завалим, потому что нам все равно нужны звезды. Давай, дракон, иди сюда. Он сразу атакует в самом начале. Мы уже ему урона нанесли, минус 50%. Значит, мы с легкостью его завалим. Он пытается увернуться. Получай ракету в голову. Всю броню сняли. Мы еще только что заработали кристаллы. Круто. На тебе топориком. Плохой ты дракон. Ты плохо себя вел. Дракон решил отдохнуть, а мы с тобой забираем, конечно же, нашу награду. Я вижу, что мы можем получить дополнительное золото, но самое главное, мне кажется, здесь звезды, потому что из-за них открываются новые планеты. Да, мы забираем много награды, и что здесь у нас? Новые монстры появились, да мы уже валили этих монстров. Давай с тобой откроем новую планету, и что-то здесь интересное. Новый эпический монстрик. Но давай для начала мы с тобой прокачаем нашего персонажа. Я уже вижу какой-то сундук.
жмякаем на сундук, сундук, давай открывайся. И вот сундуки, бесплатный, конечно же, сундучок. Да, а что это такое вообще выпало? Я даже не знаю. Что это за штука? Наверное, броня для нашего корпуса робота. Так, одеваем. Вот броня. Это силовое поле, щит какой-то, что ли? Вот он сколько добавляет, 26 хп, первый левел, можем, конечно, его прокачать. Это невидимая броня. У нас есть топорик, апгрейд сделать топорика, 21 хп, 2 еще апгрейд. А здесь критический урон добавляется, еще 22 хп, критический урон, 23. Качаем 24, критический урон. Топорик закончился, дальше у нас ракета. Делаем апгрейд, 34 хп, 37 хп, все, закончились у нас прокачки. Тут у нас идут наколенники. Прокачка пошла. Еще отлично, 74 хп. Наш робот очень заряженный будет. 78 хп. Тут еще здесь защита в хп идет. И их тут добавляется тоже. Скорость атаки в процентах 82 хп. Ничего себе. 86! У нас суперские наколенники. Правда, они такого вот зеленого цвета. Так, а что с руками? Я не понял. Ага, мы, получается, либо руки ставим вот наручи, да, либо вот этот щит. Ну, давай этот щит, а тут у нас 8 хп рук, а здесь у нас 26 хп щита. Конечно, это будет лучше. Что касается скина, давай мы с тобой прикупим новый скин. Это будет у нас TV-мен. И вот наш робот-мех эволюционирует из Титана-спикермена в Титана-TV-мена. Просто меняем лицо. Колонки на телевизор. Мы также можем здесь выбрать цвет нашего робота. Ого, вот это цены. Есть бесплатные цвета. За ролик, конечно, берем. Вот такой вот прикольный TV-мен. Красивый, красный. Вообще, какой же ты милашка. И спина у него накачанная. Также у него на спине есть какие-то такие острые штучки, как у Росомахи, видишь? Шипы, воу, да ты вообще симпатяга. И улыбается красный TV-мен. Он красный и опасный. Пошли сразимся с этим монстром. Кто ты вообще? Покажись, на что ты способен. Ничего себе, 14-й левел монстра, а также 50 звезд будет. Привет, луняне. Вы с луны, значит вы луняне. И насколько он сильно дерется? Вот это. Он сразу делает два удара, я ему ракету. На, в голову. Это его шлем. Делаю блок. Защита сработала. Кулаком. На тебе по зубам. В левую сторону уворачиваюсь. Он также, бро, плюется здесь чем-то. В правую. Кислотой плюется. Давай, открывай рот. Открывай. На, в голову. А он типа защищается. Он тоже блок может делать. Я делаю щит. Он никакого урона не нанес. Два раза он ударил. На тебе топориком в головешку. Он что-то кидает в меня. Ого, булыжник кинул. Он очень крутой. Снова по мне кислотой ударил. Я проиграл. Конечно, восстанавливаюсь за ролик. Я восстановился. Ну что, чувак? У тебя мало хп, а у меня много хп. Он бьет по мне. Так, надо срочно ракетой в голову. На, получай. Блин, он вообще жестко наносит урон. На тебе в грудь. Надо блок ставлю, смотри. Можно также уворачиваться. Так, что-то не получается уворачиваться у меня. Ракетой в голову, на! Блок! Моя защита не сработала, ракета зарядилась. Получай ракету, да что ж ты за монстр? Снова я проигрываю, конечно, я за ролик восстанавливаюсь. Я снова воскрес, нубик, защиту делаю. Ну давай, бей по мне, дело в том, что у меня нету щитов. Бро, вот в чем вся проблема, на! Так, быстро топориком бью, ну топорик, давай! Что произошло? Почему я не нанес ему урона? Смотри, как он жестко меня дамажит топориком по голове. Топор вообще не наносит урона. Это какое-то космическое существо, невосприимчивое к моему топорику. Но зато ракета его, конечно же, завалила. Да, победа! Ну, бро, если честно, я даже не знаю, ликовать мне или нет. Конечно, я рад победе, но с третьего раза готов признать, это был достойный, сильный соперник. Забираем мы с тобой звезды. Круто! И сейчас появится новый монстр. Вот смотри, есть такой монстр и какое-то чудовище в плаще. То есть нам надо победить два монстра, чтобы открыть третьего, а потом забрать зеленый сундук. У нас есть то ли жетоны, то ли кристаллы. Давай мы сейчас откроем сундук, и может быть нам что-то прикольное выпадет.
Так, 200 у нас нету, 50 вот этот голубенький. Нажимаем, и что у нас выпадет? Есть ракета и также меч. Открываем нашего робота ракету. Что мы с ракетой делаем? Ракета второго левела. И чё с ней? Тут 22 хп урона у нашей ракеты. 37 хп урона. Мы можем вместо топорика ракету поставить. Это круто против боссов на этой новой планете. Ремувит мы убрали. Вот два места свободных слота. Это либо на правую сторону, либо на левую. Так, это налево. А крутая ракета другая направо. У нас в слоте может быть всего лишь одна ракета. И это печально, если честно. Ладно, снова забираем этот топорик нубский. Ну что ж, ТВ-менчик, мы с тобой попали, конечно, в жесткую ситуацию, где нам надо сражаться и каким-то образом побеждать. Ты кто такой? Делаю щит. Много маленьких роботов, которые по мне стреляют. Ах, атака дронами на ТВ-мена Титана. На! Ракетой тоже куда-то стреляю, так попал. Куда мне вообще уклоняться? Я даже не могу понять. Защиту. Пока все зарядится. Снова ракету пускаю, защиту включаю. Видишь, все стреляют. Давай топориком. Промазал топориком. Есть ракета еще одна. Вот, стреляю отлично. Буду просто вилять, нажимаю защиту. У меня вроде бы еще есть хп. Вот. Ай, промазал. И вот еще робот. Они тоже уклоняются. Хитрые, конечно. Дроны. У меня есть топорик. На тебе топориком. Ха-ха, попал все-таки. Один последний дрон остался. У него одно хп. Он по мне тоже стреляет. Давай, я по тебе целюсь ракетой. Стой, не двигайся. Стоять. Огонь. Отлично, разлетелся. Инженеры убежали. То есть получается, что мы сейчас находимся на базе где-то на Луне. А эти монстры прилетели и пытаются захватить нашу базу. Они, возможно, даже взяли в плен наших инженеров, потому что там инженеры внизу были под противником. А когда мы уже победили, то инженеры прибежали к нам. Мы забираем награду, конечно же, и у нас есть ПВП. Пошли в ПВП, здесь повоюем, все-таки заработаем супер рейтинг. Мы сейчас находимся на самом крутом месте, это 8923. А это короны, а место у нас 47484. Я готов сразиться. А ну давай, кто против воблера ТВ-мена? Обычный нубасик-робот. Ну давай сражаться будем. Я сейчас по тебе просто ракетой бадамсь. Так, делаем защиту. Ну бей, бей. Ударяет. Делаю топориком. Ды-дыщ. Он хочет ударять. Я уворачиваюсь. Получается удоворачиваться или нет? Короче, непонятно, что получается. Но! Хотел ракетой выстрелить. Получай! Победа на колени перед таким красивым красным ТВ-меном. Я вижу, что в ПВП реально дают крутую награду, а также эти жетоны, которые нужны для закупки таких вот эпических сундуков. Вот наш обычный ТВ-мен красный. И вот новый робот, смотри, крылатый такой. Я в шоке, какой же он огромный. Эти эпичные крылья прибавляют реально объем нашему роботу, и он становится какой-то громадный. Также давай с тобой откроем новую улыбку для нашего робота. Есть красная такая вот эпическая, но я хочу какую-то вот, смотри, зеленую, веселую. Вот такая вот зеленая улыбка у нашего робота. Я готов сражаться. Так, что здесь накопилось? Красное. Снова плюшки! Круто! Давай возьмем их. Получили награду, и сейчас мы с тобой сможем открыть новый сундук. Синенький, открываем, что же отсюда выпадет? Новая броня? Автомат, это базовые наколенники просто другого цвета. Вот наши зеленые наколенники, у них броня 86 хп, а у этих нубских всего лишь 50 хп. Ну что ж, пошли сейчас с нашим красным роботом сразимся против этого монстра. Ты кто такой, лунатик? Это какой-то маг. Я делаю защиту, конечно же, он сразу дамажит, ага. Еще защиту, ударяет, бью ракетой. У него маска отлетела, ха-ха-ха-ха, нубик. Он стреляет по мне. Так, я могу уклоняться. Он применяет какую-то магию, но все равно попал. Ну все, чувак, на тебя топориком. Он увернулся, на тебя в лицо. Маска ушла, это было привидение. Я сделал блок, но все равно урон по мне прошел. Еще раз стреляю ракетой. Он плащом по мне бьет. Топориком, на тебе. Ты плохое привидение, уходи отсюда. Ты что вообще за чудовище в космосе? Это пришельцы прилетели. Хотели у нас с тобой отнять лунную базу. Забираем нашу награду за победу. И это, конечно, круто. Сейчас пойдем против какого-то лунного червяка.
Это что за чудовище? Так, здесь награды есть, которые мы можем забрать? Плюс 20. И здесь плюс 20. Отлично. 57. Можем взять новый сундук. А вот еще сундук светится. И сундук забираем. Зеленый. Давай попробуем открыть сундучок. Что ты нам выдашь? Я хочу, конечно, ультрасундук. Это новое оружие. Плазмоган. Ничего себе. Все, я меняю топорик этот нубский на плазмоганище. У топорика 24 хп и критический дэмэдж 24 тоже. А это шанс критического дэмэджа 17%. А тут у нас сколько? 21 хп, стоковое оружие. Сейчас мы с тобой посмотрим, на что же это оружие способно. Да, прикольный, веселый наш робот, крылатый. Червячок. Червь-переросток. Против воблера его подписчика. А, ты кто такой? Это какой-то покемон. Включай защиту. Он все-таки дамажит, смотри. Надо лучше уворачиваться. Давай попробуем. Уворачиваемся. Увернулся. Давай еще раз атака. Уворачиваемся. А теперь на тебе ракетой. А теперь плазмоганом. Но! А теперь защиту. Короче, защита не работает. Надо просто уворачиваться. Вправо-влево и стрелять по очереди. Дело в том, что он сбивает мне прицел, когда... О, он сейчас меня победит! Он увернулся, что мне делать? В одну сторону. Давай, стреляю. Бух! Он меня вырубил, бро. Так, конечно, восстанавливаемся за ролик. Мы видим с тобой, бро, что очень сильные противники здесь. Так, на тебе плазмой, а теперь ракетой. Да! Ракета нанесла 40 хп прям в голову. И вот что мы зарабатываем. Звезды и деньги. Забираем с тобой награду, конечно же, победили этого монстра и сейчас получим зеленый ящик. Давай, ящик, покажи, что ты нам принесешь. Новый какой-то эпический модуль. Здесь снова монстры. О, смотри, новые монстры. Тут монстры вообще как-то меняются. Этих монстров мы уже валили. Вот это чудовище новое. Это что такое? Мы не видели. И вот с такой вот прикольной улыбкой тоже не видели монстра. Открываем ящик. Снова зеленый, снова нубский ящик. Посмотрим, что отсюда выпадет. Наколенники. Ну что ж, пошли валить новых монстров. На самом деле они довольно здесь крепкие, ребята. Левел 10. Тут у нас левел 19 монстра. Здесь левел 19. 10 слабый, значит, мы должны его с легкостью завалить. Давай, я готов. Что это за чудовище такое? Прикольно, смотри. Он по мне дамажит, сносит броню. Огонь по нему ракетой. С лазером. На, получай. Будем сейчас уворачиваться в левую сторону. Так, зарядилась уже. На тебе ракетой в голову. А теперь бластером. Он еще и руками дерется. Ничего себе. Это у него, возможно, фаталити было. Но ничего не получилось. Мы победили. Забираем нашу награду. И сейчас идем против монстра 19 левела. Вот он какой крутой. Спайки. Что это за чудовище? Делаю защиту. Короче, защита не работает против его ракет. Вообще бесполезная защита на самом деле здесь. У него так много хп. Я промазал, буду уворачиваться. Влево. Он покатился прямо на меня. Так, бью. Надо в руку ему. Попробую руку отбить. Сейчас буду вилять в левую сторону. Он все равно мне наносит урон. А как я могу вообще его завалить? На, получай. Все, я упал. С помощью видео я воскрес. Ну все. Ты непонятный робот. Смотри, как он жестко дамажит. Он просто на меня катится. Получай ракету. И завалили его. Ха-ха-ха. Нубик. Забираем нашу награду. Вот еще один монстрик. Пошли в атаку. Робот, ты готов? Смотри. Что за чудовище? Сразу бью по нему ракетой. Давай, бью, конечно же, лазером. Я маску с него сбил. Ха-ха-ха. В левую сторону. Виляй, он чуть-чуть промазал. Так, снова бью бластером. И теперь ракетой. Получай. Ждем, пока зарядится. Виляю в одну сторону, в другую. Но не сильно это помогает. На, еще ракетой. У него одно хп. Выстрелил. Да, мы завалили противника с первого раза. Вот это наш эпический робот. Давай мы с тобой заберем здесь награду. Вот она. Кристаллы, конечно же, нам понадобятся. И сейчас мы с тобой, бро, нажмем старт. Поехали.
Что же за робот против нас? Вот он, циклоп, я в самом начале по нему бью ракетой. На! Минус 30, он блок включил, давай открывайся. На, еще бластером, буду сейчас вилять в разные стороны, в одну сторону. Промазал, нубик, получай ракету от воблера. И сейчас еще бластером, вот так вот. С легкостью мы его завалили. А, еще робот будет? О, меня жизнь к такому не готовила, вас так много, ребята. Так, сразу стреляю ракетой, на, в челюсть тебе. Теперь бластером. Я не успел увернуться. Он еще руками бьет, у меня вообще мало хп. На, по тебе еще. То есть мне надо троих победить. Я одного еле побеждал. Квиляю в разные стороны. Смотри, не получилось. Главное, я виляю не вовремя. Так, давай еще бью. Он увернулся. Вильнул нормально. Бью ракетой. И последний раз бластером. Да, я с легкостью только что завалил троих. Ну, как с легкостью? Чуть не проиграл, но все же с первого раза. Да, бро, мы с тобой забираем награду. У нас уже очень много кристаллов, которые мы будем использовать уже в следующем ролике. У нас здесь появляются новые монстры. Вот этих мы видели, а тут монстрик через 3 минуты. Нам предлагают нажать на ящик. Что это, 11 раз мы можем нажать? Давай попробуем. Нажимаем. Броня. Армор. Открыть. 11 ящиков я могу открыть по 10 штук. И вот что нам выпало, смотри. Меч, топор, ракета 4 левела. Или что это за ракета? Также новый бластер базовый. Круто. Только я на самом деле планировал открыть вот этот ящик за 200. Я хотел на него насобирать. Ну ладно, в следующем ролике. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие видео. И скоро увидимся, пока.